Этим летом питомцы дендрария порадовали сотрудников парка. Семейная пара австралийских черных лебедей дали потомство. Новоиспеченные родители, а зовут их Тристан и Изольда, живут в парке давно. Откладывают и высиживают яйца они почти каждый год. В этот раз лебеди воспитывают трех птенцов. Имена новым питомцам пока не дали. В парке они прижились и хорошо развиваются. Любят питаться, любят травку, пшеницу даем, кукурузу, комбикорм. Морковку любят, любят рыбку тоже. Вот так неплохо они живут, я считаю, что неплохо. Пока лебедята живут со своими родителями, однако, по словам специалистов, уже через месяц они откажутся от своего потомства, и юных пернатых придется переселять. Пока их судьба неизвестна, но проблем с местом жительства у них не будет. Сотрудники парка говорят, что желающих держать у себя столь редких и красивых птиц много. Возможно, они останутся в дендрарии, правда, их переселят в другой водоем. Выводок черных лебедят не единственное потомство дендрария. Недавно и павлины снова стали родителями. Правда, пока увидеть маленьких павлинят не предоставляется возможным. Родители прячут их от солнца и от людских глаз. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.